Яркая, красивая, сочная и вкусная. Эта большая ягода так и манит съесть ее. Арбузы, пожалуй, одно из самых поздних летних лакомств. И когда в июле они начинают появляться на прилавках, людям не терпится их купить. Мы решили выйти на улицы города и спросить горожан, пробовали ли они уже в этом году арбузы. Вы в этом году уже арбузы покупали? Нет еще. Серединка августа, другое дело. А сейчас еще страшновато. Я родилась и выросла в южном регионе, и я понимаю, что еще не время. Когда будет время? Я думаю, что к концу августа, не раньше. Действительно, сезон российских арбузов начнется не раньше середины августа. И многие из запрошенных ждут именно наших астраханских бахчевых. Еще рано для астраханских. А когда начнете? Какие вы предпочитаете? В августе, не раньше, причем во второй половине. Жду своих. С Астрахани. Мнение большинства опрошенных горожан совпадает с мнением врачей, которые уверены, сейчас еще не время арбузов. Те, что лежат на прилавках, привезены из южных стран ближнего зарубежья и содержат большое количество нитратов. Есть арбузы не в сезон, попросту испытывать организм на прочность. На сегодняшний день уже зафиксирован один случай отравления ягодой. Желудочно-кишечный тракт страдает, и нервная система, поэтому там ознобы, температура высокая идет, тошнота, рвота. Тут даже, я бы сказал, вот даже если вот антибиотики этот назначать, это не поможет. Тут надо токсин именно выводить. А выводить его как? У нас или капельно, или пить самому большое количество жидкости, то есть, чтобы выводилось там через почки и так далее. Тоже мало чего от этого хорошего. Лучше воздержаться и не покупать. Однако некоторых людей рекомендации врачей не останавливают. С появлением первых арбузов на прилавках они начинают покупать любимую ягоду, которую так долго ждали. Вы уже в этом году арбузы ели? Да. А не боитесь, вот, что говорят, еще вроде как рано, там можно... Боюсь, но все равно ела. Покупать ли арбузы именно сейчас – выбор за вами. Но стоит помнить о рекомендациях врачей. Потому что есть вероятность, что остаток лета вы проведете в больнице. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Видное ТВ.